Хорошо, переходим к практике самой. Сниму шляпу свою. Нам понадобится с вами сейчас уйти в тело. Сядьте, пожалуйста, удобно. Сядьте так, чтобы вы в этом положении могли провести, ну, какой-то там минут 20-30, да? Поэтому вам должно быть удобно. Сядьте, это может быть диван, кресло. Надо для удобства, ваши ноги должны касаться пола. И позвоночник должен чем-то быть поддержан, да? То есть спинкой кресла, дивана, лавочки, все что угодно. С вами делаем нашу традиционную технику. Поднимите руки вверх, пожалуйста, потянитесь вместе со мной в своем темпе, так как вам хочется, так, знаете, как кошки тянутся, да, вот они так с удовольствием тянутся, прогибаются. Сделайте это в своем темпе. Я буду говорить достаточно медленно, да, но если вы будете понимать, что вы не успеваете, то просто останавливайте видео и делайте в своем темпе. Итак, потянитесь, пожалуйста, почувствуйте свое тело. Сядьте удобно, одновременно вам должно быть удобно, и в то же время вы должны чувствовать свой позвоночник. И теперь мы с вами вместе переходим на глубокое дыхание, да? Просто почувствуйте, как вы дышите, да? Вот вы как турист, который приходит и наблюдает за своим дыханием, да? Сделайте 3-5 глубоких вдохов, выдохов. Почувствуйте, как легкие расширяются, как воздух входит, как он выходит. И вы наблюдатель в процессе в этом, да? Давайте вместе, да, несколько вдохов-выдохов. В своем темпе мы никуда не торопимся, мы просто чувствуем тело, мы соединяемся с телом. Это такая техника, которая не рождается из головы, это техника, которая приходит к нам на уровне интуиции, приходит из глубин бессознательного. И поэтому мы соединяемся с чем-то внутри нас, да, и поэтому мы углубляемся через дыхание в свое тело. И теперь просто переведите фокус внимания на голову, просто что она у вас есть. И поблагодарите ее, и представьте, что вы ее отправляете в отпуск. Говорите: дорогая моя голова, ты сейчас можешь отдохнуть, можешь поспать, отдохнуть, расслабиться, да? И мы идем ниже, в грудь. Переведите фокус внимания на грудь, на область наших чувств. Просто почувствуйте эту зону, что у вас есть сердце, у вас есть ваши чувства. Поблагодарите ваше сердце за это. И мы идем ниже, в зону солнечного сплетения. Это центр нашей личности. Это наша суть, наш ключ, если можно так сказать. Да, и мы представляем этот центр, ощущаем его где-то в районе солнечного сплетения. И сейчас, знаете, проделайте такую вещь, вот как будто бы, знаете, вы разъединяетесь. То есть вот есть вы, которая сидит, которая слушает, да, этот видеоурок, и вы ощущаете свое тело, и одновременно вы наблюдаете за этим процессом, да, как будто бы вот есть ваша оболочка, которую вы ощущаете, и есть вы как наблюдатель, который видит, как это происходит, да. Вот когда мы будем делать всю технику, вам понадобится именно это ощущение, что вы чувствуете тело и одновременно наблюдаете, да, представляете что-то. Нам важно именно ощущать свое тело. Угу. И теперь мы идем с вами чуть ниже в таз. Почувствуйте, пожалуйста, свои женские органы, поблагодарите их за то, что вы являетесь женщиной. Там наш сексуальный центр находится. И теперь мы идем в ноги, просто почувствуйте стопы ног, что вот они, вот так вы ощущаете землю, пол, ковер, да, просто почувствуйте, сфокусируйтесь на этом ощущении. И теперь представьте, что как будто бы, знаете, такой столб света соединяет вас
через голову, да, он проходит через голову, через грудь, через живот и уходит в землю. И вы ощущаете некую легкость, соединенность, да? Вы одновременно ощущаете тело и в то же время наблюдаете за тем, как вы дышите, как вы ощущаете это тело. Хорошо. И делаем глубокий вдох-выдох. Теперь представьте, пожалуйста, себе, что вы отрываетесь от тела, как будто бы вот со стороны смотрите, да? И видите, вот вы сидите за компьютером. И вы поднимаетесь и видите себя сверху. Получилось? Просто вот как бы смотрите, как вы выглядите сверху. И вы поднимаетесь выше, видите комнату, в которой вы находитесь. И вы поднимаетесь выше, видите дом, где вы живете, где вы сейчас находитесь. И вы полетели, и вы видите улицы, видите район, видите город. И вам легко, свободно, приятно, как будто все бренное вот осталось, а вы летите, вам не холодно и не жарко, вам комфортно. У вас такая легкость, у вас радость, свобода есть такое, знаете, ощущение полета. И вы летите и видите, внизу у вас пейзаж меняется, видите реки, может быть, города, у каждого свое будет нечто, да, у кого-то реки, может быть, горы, может быть, высокие горы со льдами, со снегами, у кого-то, может быть, лес тропический будет, может быть, это города, и вы рассматриваете красные или черные крыши, и вы летите, и ощущаете полет такой. И ваше внимание привлекает какое-то место такое, где много-много зелени. И вы решаете опуститься в эту точку, опускаетесь, ощущаете травку мягкую такую, да, приятная погода такая. И вы идете, и понимаете, что вы оказались на кладбище. Но страха у вас никакого нет, вы идете как турист, изучаете памятники, эти надгробные камни, люди, которые здесь окончили их жизнь. И вы идете, рассматриваете. И вдруг один из надгробных камней привлекает ваше внимание, и вы вот решаете подойти к нему. Подходите и понимаете, что он ваш. И подумайте, пожалуйста, вот первое сейчас, что придет в вашу голову, что вы ощутите, да? Что бы вы хотели, чтобы было написано там? Здесь покоится женщина, которая какая была, какую жизнь прожила, какие отношения она сделала, какой она вообще была. Вот почувствуйте, пожалуйста, может быть, вы какой-то текст увидите, да, вот, не знаю, вот эпиграмму какую-то, может быть, картинку какую-то вы увидите, может быть, вы увидите какой-то символ на этом камни. Может, это будет текст. Как вам кажется, от кого этот текст? Может, это ваши дети? Или, может, это ваши коллеги написали? Или, может быть, это ваши вот ученики какие-то написали, да? Знаете, всегда перед лицом смерти у нас поднимаются, выражаются самые главные ключевые вещи, которые у нас есть. И сейчас вы их можете увидеть и понять, что главного в жизни вы хотите создать, оставить, вспомнить, какой вы хотите быть. Может быть, для вас очень будет сейчас важна семья и отношения в семье. Может быть, вы хотите книгу написать, не знаю. Может быть, это какие-то ваши личностные качества. Я вас сейчас составляю в этом, да, просто прочувствуйте. Вот как представьте, что вы прожили ту жизнь, о которой вы мечтали, ту, которая очень воодушевляет вас, да, и вам нету такого, что мучительно больно, да, а наоборот, вы спокойно и легко можете оставить этот мир. Вот что там должно быть написано, что вы должны оставить, какой вы должны стать для того, чтобы вот это чувство покоя, легкости, радости, какого-то выполненного долга, может быть, ощущение такое вот удовлетворение у вас бы возникло. Угу. Прочувствуйте, пожалуйста, это. Это может быть одна строчка или длинный текст. И
Я заканчиваю это видео, а вы, пожалуйста, запишите то, что вы вот увидели. И когда будете готовы, переходим к следующему видео.